Свято-Андреевский монастырь находится в селе Андреевка Саракташского района. Он, как и его основатель батюшка Серафим, известен не только за пределами Оренбуржья, но даже за рубежом. Проведя 6 лет на Афоне, батюшка, один из немногих в нашей стране звавшийся афонским старцем, и здесь старался чтить и сохранять уставы и традиции афонского монастыря. На территорию монастыря женщины у нас не заходят. Вот, потом скотину, как на Афоне, ни кур, ни скотину мы не держим. И самое главное, это богослужение максимально приближено к афонскому уставу. Это, конечно, потеря человека, потеря такого, так сказать, можно сказать, духовного гиганта, можно даже так сказать. Отцу Серафиму было 90 лет, в последнее время он сильно болел. Он пережил множество ссылок, гонения за веру, но всегда при этом оставался верен религии. Главным достоинством священнослужителя, те, кто его знал, называют бесконечную любовь к Богу и ближним. Сегодня в 6 часов тело для прощания привезли в Никольский кафедральный собор. Завтра после утренней литургии состоится отпевание, затем отца Серафима похоронят в селе Андреевка на территории монастыря.